Тру-ту-ту-ту-ту-ту. В общем-то, ребяточки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, канал Линка Гейм. Вот и долгожданное обновление, которое я писал, и, наверное, вы тоже его ждали. Скоро появится новый магазин, так мне интересно, он уже появился или еще не появится. Сейчас мы это будем проверять. Но это будет аналог гавани в мире юрского периода в игре. Что-то можно будет за что-то покупать, продавать. Это будет интересно. Так, потрясающее предложение нас там ждут. Пансиат драконов. Это, в общем-то, склад. То есть, если у вас вдруг много драконов, которые вам по какой-то причине не помещаются, то можете их сюда разместить. Ну, не знаю, какой с них толк. Чисто так транзитная штука. Если хотите сделать перестройку на острове, я думаю, вот это подойдет. А так для хранения. Я вот Monster Legend до сих пор у меня там никто не хранится. Только если вдруг на какой-то короткий промежуток времени не хватает жилища. А так, не очень. Не очень полезная штука, как по мне. Ну и колдовское разведение. Первую комбинацию мы уже сделали. И вот вторая комбинация у нас еще с зеленью. Так, это у нас вода. Не помню, как это дракончик называется. Что-то вода, либо ветер, да? Можно будет тоже попробовать. Ну и, в общем-то, все пока что. Такой еще прикольный набор Брунгильды. А, помню, Брунгильда. Викингша. Есть такой у нас дракончик. Так, отдаляемся. Вот наш, кстати, леопард. Так, а давайте сейчас поищем. О, кого? Я же обещал кого-то прокачать. Точно. Так, про работника я вам писал. И у нас, смотрите, дракон-феечка. Легендарный дракон-феечка. У нас есть дракон-фея. Есть дракон-чаровница, который тоже называют дракон-фея. И есть дракон-феечка. У нас просто аншлаг по феечкам. Итак, внимательно слушаем, какие комбинации. Первое. Это огонь плюс ржавчина, либо терракотовый. Ну, ржавчину легко вывести всем, а терракотовый, это еще попробую его найти. У меня его даже нет, по-моему. Вторая комбинация. Это вода плюс бронебой. У меня такого нет. Божественный есть. И ксилофон у меня такого нет. Третья комбинация. Металл плюс стихия, печенька, землетрясение. Это у меня все есть. И четвертая комбинация. Земля плюс торпеда. У меня тоже такое есть. Ну, выводиться будет 2 дня. 2 дня я приступил уже к этой комбинации. Ну, здесь все легко. Арбуз плюс индукция. Ну, а здесь зелень плюс ветер. Все-таки тот голубой дракон – это ветер. Вот, кстати, наша еще тоже чаровница, которую называют тоже феечкой иногда. Путаница. А я пытался вывести фею опять пару комбинаций, но у меня пока что не получилось, ребятки. Пока что не получилось. И, так, я обещал, что мы будем прокачивать, по-моему, чужого. Так, я уже тут жилища пораспихивал так, как надо. Осталось теперь их... пустота. Так, пустота. Вот здесь у меня пустота. И здесь одиноко бродит такой миленький, няшненький дракончик. И давайте дадим ему третий глаз. Ну, он зелененький, как положено всем пришельцам. Либо серенький, либо зелененький. Вот, у него появился третий глаз. Но это не третий глаз, это какой-то глаз в микролетающей тарелке. Ну, давайте на 10-й пока что его качнем. Так, седой у меня какой-то пока что напряг. Все еще. Нам нужно еще разок кормить. Точно, мы сможем сейчас качнуть архангела на 44-й уровень. Так. Так. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут по заданиям. У нас идет битва, как обычно. Давайте сбегаем на осаду. Осталось еще, по-моему, почти около 2 дней. Как-то, по-моему, долго идет эта осада. Или мне так просто показалось. Так, мы уже половину штурманули. Давайте по 50% попробуем. 2900. А теперь, думаю, стоит уже по 80. 2400. Ну, как-то смысла вот 50% брать не вижу. Разница между 50% и 80% в ударе небольшая. Вот шанс промазать... намного больше. То есть у меня было такое, что и 3, и 4 раза подряд промазывал, когда брал 50%. Там все как-то очень странно. Так, ну здесь мы закончили. Так, у нас 1 200 000. Ну, мы на 20, чуть меньше, чем на 20% опережаем. Ну, неплохо, но можно бы еще и побольше зазорчик сделать. Так, давайте призовем сразу духов. Так, мне их что-то как-то не шибко много. И пойдем в подземелье, да? Вы проголосовали, ребятки. И в том голосовании, когда я спрашивал, кого лучше, на данный момент нет тренеров.
Это как так? Я вообще-то в подземелье же хотел. А, нет, 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 не в подземелье, а вот сюда. Что, в натуре нет? Нет тренировок. Ну, что-то тут явно поломалось. Временно какая-то неполадка на сервере. Не могут подобрать нам противника. Ну, это нас как-то совсем не пугает. Ну, давайте еще попробуем. Нет, все-таки не хочет нам пускать. Ну, всякое бывает, ребята. Какие-то работы ведутся. Так, показываю свой код дружбы. 5B0F59. Не забываем, добавляемся в друзья, добавляем друг друга в друзья. Пишем свои коды дружбы в комментариях. Даже если вы уже добавились ко мне в друзья, не забудьте написать все равно свой код дружбы. Кто-то другой сможет воспользоваться им, и вам будет помощь. И вы кому-то сможете помочь вот таким вот образом. И будут вам приходить подарочки. Так, вот это я кому-то помогаю, я кому-то помогаю. Так, так. А, вот так приходят вам подарочки. Это все мы сделали. Так, ну что, тогда нам нужно отменять вот это задание, наверное, на колдовскую арену. Ну ладно, выбросим его. Ничего страшного, появится новое. И пойдем вот сюда. Ну, чтобы не зря ходить, пойдем в магазинчик. Давайте в магазин. Так, вот, я делал голосование, на кого собирать. Взять робота, который по параметрам повеселее, 62 атака, либо брать зомбика. Ну, все проголосовали за... А, зомбик 64. А тут 62. Да, ну, дело в том, что просто разница в очках. То есть, робота я могу взять прямо сейчас, у меня 9400. А на зомбика мы будем собирать, наверное, еще месяц. Ну, ничего страшного. Я, в принципе, тоже согласен, что лучше насобирать на зомбика. Так, у нас, кстати, может, мы сейчас возьмем-то и выиграем робота. Было бы хорошо. Так, 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 так. Ладно, нет. Давайте качнем тут сразу Архангела, раз такие пироги, раз нас не пускают. Нам как раз один раз оставалось. Так, вот он теперь стал вообще мега вкачанный. Почти 400 сила удара и 1 300 000. Он уже намного, намного сильнее, чем тигр. Ну, помчались. Помчались в подземелье. Нам нужно, по-моему, 54 очка, это 3 боя первых. Так, почему он не стоит первым, не совсем понятно. Так, надо все-таки поменять местами, а то Архангел с одного удара никого не выносит, неприкольно. Готовенько. Так, снова эта картинка, которая выскакивает в непопад, так сказать. Даже прям два раза. Уж так она хотела вам показаться. Давайте вот так все-таки сделаем. Осень. Архангел. В бой. Ух ты, прикольно. Тор, тор. Ребята, как называется вот этот дракончик? Такой орк. Орк какой-то. Ну, либо зеленый викинг. На Тора он явно не тянет. Мёльнир должен быть как-то отдельно от хвоста. Как топор у Кратоса. Тоже возвращается как Мёльнир. Мёльнир. Так, контузило. Акулку. А почему осень спит? Я что-то не заметил, чтобы ее кто-то оглушил. Так, бой номер 3.
И... Давай-давай. Давай-давай, победу нам отдавай. Так, ну, мы точно уже задание это выполнили. Так, ну, на арене тоже как-то не весело. О, у нас такой нарисовался небольшой тайм-аут. Так. Давайте, может, просто на карту заглянем. Что-то мы сможем здесь, может, выполнить. Так, но еще и денежку нам нужно собрать. Точно-точно. Так, я переместил уже. Вот. А тут у нас было, вот на этом месте было логово зелени. То есть я его переместил вот сюда. По-моему, вот это оно. А вверху у нас стояли два логова пустоты. Они вот как раз аккуратненько поместились вот здесь. Надеюсь, Феликс будет доволен. А вот, кстати, наш герой вот тут. А, дождь. Не-не, дождь. Там был ветер. В комбинациях ветер, но они очень похожи. Так, соберем еду. Так, надо ли поставить надо что-то такое посерьезней. Часов на 6. 19 миллионов как раз хватает. Так. Кстати, а у нас еще, да, блин, я чуть не забыл, у нас такие не появился еще. Интересно, где припаркуется наш корабль? Вот новый корабль, который должен быть. Как вы думаете, возле какого острова он припаркуется? Ну, наверное, вот где-то здесь. Так, вот, моя металлургия. Знаете, как металлургические заводы, которые занимаются выплавкой разных металлов, и изделия из металла, они просто невероятно много потребляют тысяч миллионов, точнее мегаваттами, да, там даже мега стоит изменять. Так что вот у меня тут все нормально. Половина острова вырабатывает энергию, половина острова его потребляет. А мы тогда... О, стоять! Точно вспомнил. Давайте попробуем найти себе ученика. Китайца. Говорят, китайцы очень трудолюбивые ученики. Хотя у нас, как видите, глючит сейчас. Да, то есть не пускает. Ну, там и у РЦ я видел, да, у него уже получилось одного выпустить. Но он там в американцах находил. Ну, думаю, просто сейчас бесполезно искать. Раз не работают даже колдовские сражения, то о чем уже тут говорить? Так, что у нас тут? Можем сделать вот так. Вот 31 хороший, 52 отличных. Неплохо, да? Но великолепный всего лишь один. Что нам нужно сделать? Давайте посмотрим, сколько нам нужно, чтобы заколдовать. Нам нужно 32 великолепных. Хорошо. А тут 16 великолепных. То есть мне, в принципе-то, и не надо вот эти осколки, получается. Отличные осколки, они там, их нужно совсем мало. Так, а если надо взять какой-то легендарного дракона, какого там первого уровня, куда я все время клацаю колдовать? Вот давайте, легендарный дракон. Так, вот, 16 на 16, а так 12. Ну, этих не считаем, то есть 16 оставить, остальное можно трансформировать. Так. Вот так, 13 там есть. Вот, ну тут 15. Если что, я всегда смогу сделать еще один. Ну, фу, мне нужно аж 30, там, да, 32 штуки. А мне всего лишь 6. Это печалька, ребята. Это грусть тоска. Так, что, заглянем на карту. Попробуем преодолеть 166-ю установку в очередной раз. Так, только теперь мы уже сменим на Архангела. Но его хоть бери, наверное, вторым поставить стоит. Иначе он точно не сможет даже раз проатаковать. Так, ну это мы уже читали. Гора, покрытая льдом, снегом. Антарктида, короче. Так, ну выжил. Это уже хорошо. И первый и последний, единственный удар. Ну, я так и ожидал, что Архангела у нас заберут.
Так, ну тебя мы уже атаковать не будем. Так, ну и он тоже окочурился, так сказать. Да, пожалуй. Не хватит нам. Ну, от одного удара нам не хватает. Вот сейчас зайчик, если по нам промажет. А, да мы все равно умрем. А, он еще взял и отхилялся. Но было недалеко. Давайте еще раз попробуем. Так, вот это, конечно, плохо. Ну, давайте так сделаем. Так, Архангела мы потеряли. Попробуем кролика бомбануть. Может, повезет. Блин, они оба умеют хилять. Это, конечно, плохо. Так, ну на этот раз у нас есть шансы побольше, мне кажется, чтобы выжить. Давайте, вот так вот. О, он промазал, это вообще великолепно. Мы прошли! Ю-ху-ху! Так, я следил за турнирами с тех самых пор, как они... За тиранами с тех самых пор, как они покинули Драколандию. Они никогда не пытались повторить вторжение, используя Ледиус. Какую силу они там удерживают? Мы должны обязательно все узнать. Круто, ребята. Мы прошли 166-ю остановку Плавучая Льдина. И за это можно поставить пальчик вверх. Мы не сдались на первом бое, мы повторили попытку и одержали победу. И на этом, пожалуй, мы закончим, ребятки. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.